Людмила Васильевна, вы покажете нам трейлер? Нет, у нас вот другой экскурсовод. Здравствуйте! А вы покажете, пожалуйста, домик на колесах? Да. Хотелось бы узнать, что у вас тут имеется. Покажете? Да. Я вот смотрю, телевизор у вас тут есть. Ага. Тут пультики от телевизора, да, как я знаю? Ого! Вы молодцы, точно сказали. Так, у нас тут гостиная. Выдвижной стол. Холодильник, да, тут, наверное? Опа. Холодильник. Так, плита. Окошечко. Так, сейчас. Ладно, это надо заморочиться. Тут у вас кровать, да, как я понимаю? Окна все открываются. Тут можно помыть ручки. А тут у нас, ага, туалет с душевой. Так, кровать. Она прочная? Проверили? Ага, а почему у вас бумажки валяются? Непонятно. Так, значит, тепловая машинка тут есть. Кондиционер есть. В целом, очень удобно. Так, ну, Людмила Васильевна, у нас все устраивает. Ну, все дело стало за немножко.